разъясняется их право делать заявления и замечания по поводу проводимых мероприятий, приносить жалобы на действия и решения сотрудников, знакомиться с настоящим протоколом, вносить уточнения, дополнения, а также ответственность. Так, паспорт ваш. Голову поднимите. Сюда, еще выше, выше. Денежные средства, которые вы получили от гражданина, 230 тысяч рублей есть у вас сейчас, нет, в машине? Я от него не получал. Кто? Нет. Начинаю с бардачка. Так, граждане. 26 купюр номиналом 5000 рублей, общей суммой 230 тысяч рублей.